Кубань, Рождественский базар объявляется открытой. Удачи вам, процветания! Всего 3 дня в Сочи работают предновогодние выставки. Очень разнообразные и щедрые. Здесь представлены все виды продовольственной продукции. В Сочи приехали производители продуктов питания и напитков из разных регионов нашей страны. В широком ассортименте представлена кубанская продукция. Экологически чистая, качественная и конкурентоспособная. Привезено самое свежее, самое вкусное, самое качественное. Ваши праздничные столы будут просто уникальны. Также не надо забывать про подарки. Обязательно здесь можно подобрать и для друзей, и для близких хорошие подарки, не забываем и про себя. До Нового года чуть больше недели. Самое время купить необычный подарок. А рождественский базар пестрит игрушками, ювелирными украшениями, авторскими изделиями. Я пришла на эту новогоднюю выставку, чтобы найти подарки своим родителям. Здесь все очень круто, здесь огромный выбор продукции, все новогоднее такое, все красочная. Гостей выставки ждет и много других приятных сюрпризов. Встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и изготовлению гелевых свечей. А также ожидаются конкурсы, розыгрыши, новогодние лотереи и выступления творческих коллективов. Выставка будет работать до 23 декабря. Вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.